Ребята, как настроение? Наступил месяц июль, второй месяц лета, поэтому проведем его ударненько и поработаем, и отдохнем. А пока вот вам представлю ножи, которые у меня на продажу, которые вы заказываете. Возможно, что-то здесь увидите для себя. Давайте по порядку вам расскажу. Первый нож – это один из самых функциональных и рабочих ножей. Нож Тамерлан. Его очень любят охотники, очень любят туристы. Цельнометаллический клинок. Очень функциональный, очень надежный. Спуски сделаны от обуха именно для удобства, чтобы вам можно было удобно работать и по шкуре, и на природе, и на кухне, везде. То есть такой ножик заменит три ножа. Второй нож – это классика. Один из самых популярных, я думаю, типов клинков. Такой обоюдник, нож «Вихрь». Его заказывают военные, его заказывают на подарки. Его всегда берут охотники, которые любят, ну, например, ходить и выслеживать лосика и добить дичь. Третий нож – это один из самых таких красивых и в то же время функциональных охотничьих ножей. Нож «Кайман». Очень удобная функциональная рукоять, который очень удобно лежит в руке. Это железное дерево, айронвуд и граб, дюралевые вставки. Можете работать, вот, соответственно, палец поставить вниз, если перехватить надо, здесь вверх. То есть можно использовать несколько видов хвата, и самое главное, что есть защита, когда он безопасный. Не травмоопасный рукоять. Вот этот нож у нас финочка, классика жанра, значит, кованая сталь, на пятке соответствующая символика НКВДшная. Один из лучших ножей, который я всегда рекомендую, знаете, это не просто нож, это как бы вообще валюта. За такой нож можно решить любой вопрос, можно подарить человеку, и человек будет вам обязан. Ну и, соответственно, хороший вариант для своей коллекции, поэтому тоже всегда его вы заказываете. Сейчас в наличии есть несколько моделей, и с такой рукоятью, и с ореховой рукоятью, с рукоятью из граба, поэтому обращайтесь. Очень функциональный и рабочий, нужный нож. Это тоже уже, я не знаю, наверное, классика стала в моем исполнении, так же, как и финка НКВД. Это такой нож мини-боуи, соответствующий, с такой хорошей гардочкой. Рукоять тоже сделана из стабилизированной карельской березы с красивыми такими вставками. Нож тоже обожают охотники, нож обожают люди брать на подарки. Тоже вам его рекомендую. Следующий нож — это Акела Black Op. То есть это такой нож, как бы есть у нас просто нож Акела, а здесь я специально чуть-чуть разнообразил для, ну, как бы для функционала, для удобства, для, как бы, того, чтобы он еще более был вам полезен, да, в работе. Здесь я чуть-чуть поднял спуски для того, чтобы можно было удобно тесать, как бы строгать что-то, да, на природе. Нож функциональный, нож рабочий, нож любят все те же мои заказчики, охотники, туристы, рыбаки, подарки, коллекционеры. Тоже вам его рекомендую, потому что нож проверенный, нож функциональный. Это нож, который я давно уже делаю, только раньше он был намного покороче, а однажды в Питере на выставке меня попросили сделать вот подлиннее, и, соответственно, я сделал его подлиннее. Это такой, знаете, увеличенный нож Киридаши. Вот. По факту, знаете, его берут в коллекции, его берут те, кто любит что-то необычное. Вот. А по факту один парень прислал видео, как он снимает этим ножом филе с лосося. По факту, я думаю, я тоже попробую, потому что длина позволяет. Здесь где-то, по-моему, 100, наверное, 80 миллиметров. Вот. И он достаточно такой не толстый обух, поэтому можно им поработать. Вот если цените что-то необычное, если что-то хотите необычное на подарок или себе в коллекцию, он функциональный на кухне, и я думаю, он будет очень таким рабочим и нужным ножом. Тем более такой необычный. Рукоять, кстати, сделана нож сам цельнометаллический, рукоять сделана из неубиваемого материала G10. Такой расцвет, армейский камуфляж. Второй нож — это такой резачок, такой ломик небольшой, с полными спусками, здесь фальшлезвие. Функциональный нож, знаете, небольшой, вообще вот относительно, смотрите, этого какой маленький. Это 180, а этот, наверное, сантиметров 50 у него клинок. Очень функциональный, очень резучий клинок, который, знаете, берут для разделки мелкой дичи и для того, чтобы был на кармане. То есть все им можно сделать, небольшой, функциональный, такой, знаете, а-ля пляжный ножик. Тоже можете его заказать. Это нож, который я сделал, нож «Ласка», который я сделал по чертежу одного из своих заказчиков, такого профессионального промысловика, охотника. То есть нож выполнен, сам клинок цельнометаллический, сделан из алмазной стали, очень резучий, очень функциональный, такая вот протравленная уже.
Вот, берут его для мелкой дичи, для средней дичи, для крупной дичи. Нож, как бы, знаете, обух 2,4 мм, поэтому не засаливается, ничто к нему не прилипает. Можно использовать и на природе, и на кухне, и на охоте. И, соответственно, хороший подарок. Так, а вот это вот тоже такая классика жанра. Якут, причем якут, который я специально сделал на клин. То есть именно на клин, не выпуклая линза, как бы, да, а на клин. То есть тоже функциональный рабочий нож, очень удобно им работать, очень удобно контролировать рез за счет вот именно того, что спуски сделаны на клин. Пригодится на охоте, пригодится на природе, все им удобно делать, достаточно такой полноразмерный клинок и удобный рукоять из карельской березы. Хорошо сидит в руке, поэтому тоже вам его рекомендую. Ребят, вот небольшой обзор, кого что заинтересовало, можете писать в личные сообщения, можете писать в комментариях, да, всегда стараемся быть вам полезными. Компания Акела, все для дела. Обращайтесь сейчас.